Сидели, пили в разнобой, Мадеру, Старку, Зверобой. И вдруг нас всех зовут в собой до одного. У нас Тахановец, Хахановец, Охладовец и Надовец, чтоб завалило именно его. У нас Тахановец, Хахановец, Охладовец и Надовец, чтоб завалило именно его. Он в прошлом младший офицер, его нам ставили в пример. Он был, как юный пионер, всегда готов. И вот он прямо с корабля пришел стране давать ухля, а вот сегодня наломал, как видно, дров. И вот он прямо с корабля пришел стране давать ухля, вот сегодня наломал, как видно, дров. Спустили штрек и бывший сек, большого риска человек. Скиз сказал, беда для всех одна. Вот раскопаем, он опять начнет три нормы выполнять. Начнет стране ухля давать и нам хана. Вот раскопаем, он опять начнет три нормы выполнять. Начнет стране ухля давать и нам хана. Так что вы, братцы, не стараться, поработаем с прохладцей. Один за всех и все за одного. Служил он в Таллине, при Сталине, теперь лежит заваленный, нам жаль, по-человечески его. Служил он в Таллине, при Сталине, теперь лежит заваленный, нам жаль, по-человечески его. Ну что ж, здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики канала. Ковыряется наш домик, ковыряется домик, расширяется наш домик. Сколотить кровать. У меня нет досок. Тут было бы неплохо поставить кровать, чтобы сколотить ее. Мне нужно 20 мха и 10 дерева. Есть 4 мха и всего 2 дерева. Какая досада. Согласен. Ну, понятно, для чего нам нужен мох. 20 мха — это не проблема. Гораздо больше проблемы — это 10 дерева. Пойдем добывать дерево скоро, но я так понимаю, это не конец расширения. То есть мы расширяем не только ради кровати, ведь можно копаться куда-то еще и дальше. И да, друзья, мы продолжаем проходить The Longing, как вы уже поняли. И мы копаем наше убежище, наш дом. Мне не очень нравится, как это выглядит. На самом деле, почему? Потому что... ну, лучше, если бы оно куда-то расширялось просто в сторону, а не вот вниз, вверх, или хотя бы куда-то вверх. Ну, как-то это не очень хорошо ощущается, когда вход наверху, а это все действительно начинает превращаться в 21 этаж бункера какого-то. Не знаю, а может быть, это и нормально. Если сюда еще и перетаскиваются вещи, я, к сожалению, пока копаю, не могу перетащить, но, пожалуй, как-то будем расширять наш дом. В общем, в любом случае, будем посмотреть, что из этого получится. Я, пожалуй, еще ускорю вот эту всю копку, потому что процесс это не быстрый, но, тем не менее, я думаю, вам любопытно. Some people say a man is made out of mud. A poor man made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You know, 16 guns, and what do you get? Another day older and deeper and dead. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I rode 16 guns, I'm normal and cool. And the strong boss said, Bella, bless my soul. You rode 16 guns, and what do you get? Another day older and deeper and dead. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. If you see me come, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. One fist to find, the other still. If the right one don't
get you, then I laugh among you. 60 done, and morning again. Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning and it was drizzling rain. A fighting trouble on my middle name. I was raised in a king brick by an old mama line. Can't know how to woman make me walk the line. You know, 16 done and money again. Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Похоже, что это место отлично подходит для моего личного грибного сада. Значит, у нас будет с вами сорвать гриб. Давай. Гриб. Я буду предельно осторожно за ним ухаживать. Хорошо. Есть и вырастить. У меня пока один гриб. Давай я его, наверное, все-таки поращу. Как я люблю садоводство. Чем больше грибов я выращу, тем быстрее пролетит время. Ладно, пускай растет. Хотя, наверное, это был уже выросший гриб. Короче, видимо, на этой площадке мы сможем с вами посмотреть. То есть гриб медленно растет заново. Короче, они здесь, во-первых, уже какие-то есть, да? И во-вторых, мы еще, скорее всего, сюда перетащить сможем откуда-то грибы. Скорее всего, где-то наверху. Но это еще не предел. Можно копать дальше. По-моему, вот здесь ступени какие-то. Так что... продолжаем копку. А что делать? Раз уж взялись, давайте-ка расширять нашу берлогу. Все, ты накопался? Подожди, серьезно? Гранит. Мне кажется, нужное место можно... слева... Понятно. Хорошо. Действительно, ступеньки где-то здесь. Во, пошло, нормально. А гранит ты киркой, значит, долбить не можешь. То есть, типа как... Это ж не углепластик, да, в конце концов, это ж гранит. Я понял. Хорошо, давай, копаемся дальше. Признать, что меня немножко напрягает этот звук воды. Обычно, если докапываешься до каких-то подземных рек, это может плохо закончиться. Но, с другой стороны, не докопаемся, не узнаем. Хотелось бы, конечно, сначала какую-то провести геологическую разведку. Ну, там, загнать геодезистов, почвоведов, почвомеров, ну, всяких специалистов по этой области, а уже потом... устойчиво махать киркой. Еще бы не помешало бы проверить на газ, на скопление метана, да и хотя бы какие-нибудь подпорки бы поставить, потому что
Ну, как-то это все выглядит довольно-таки опасно. Но посмотрим. Все равно куда-то докапываемся. Куда-то пока есть путь. И будем копать, пока у нас не закончится на ваше направление. По-другому... Я не думаю, что стоит это оставлять на потом. Стоит, конечно же, все-таки до чего-то добраться. Ну, или, по крайней мере, раскопать. Все, что можно здесь раскопать. Наконец-то у меня есть своя собственная ванна. А, ништяк, ништяк. Она мне нужна? Ну, наверное... Да нет, также по 4 секунды. Наверное, периодически, конечно, тут поплавать не мешает. А может быть, надо это набрать или что-то здесь построить. Ну, как-то облагородить. Или это место как-то связано с той водичкой наверху, или с той водичкой, которая... Гранит. Похоже, в эту сторону мое жилище не расширить. Или с той водичкой, где белые кристаллы. И что, это, в принципе, все? Это все, насколько можно расширить дом? Ну, не знаю, не густо. Короче, это, друзья, заняло примерно около часа времени. Вся вот эта копка. У вас это, конечно, все было... Наверняка ускорено. Но в целом... Не, в целом прикольно. Но тут явно видно, что, где, как, что. Вот у нас два маленьких грибочка торчат, да? Они будут расти. Надо будет заскочить, потом еще посмотреть, как быстро они растут. Но пока у нас дом отжирает по 4 секунды. И, по-моему, это не связано с тем, что я тут наковырял. Это все-таки заслуга кристаллов. Наверное, кристалл. Мха у нас, кстати, 20 мха нет. Но мох еще вырастет. Мох, я так понимаю, раз в 2 недели будет появляться. Еще надо будет просто зайти потом собрать. Что я хочу дальше делать? Использовать кирку. Стена утолщается к левой стороне. Лучше передвинуться вправо. По-моему, туда не получится дальше копаться. Или, по крайней мере... Не в этой версии игры. Давай на всякий случай сейчас проверим мысли. Лицо сказало мне... Кстати, новая запись, да? Лицо сказало мне, пока есть время, будет и тоска. Но когда закончится вся тоска, миру больше не понадобится время. А тем, кто без тоски, больше не понадобится мир. Король наказал мне никогда не уходить. Так, тут по-старому. Полно тайных областей. Ну, то есть надо будет проверять стенки. Кирка-то у нас не есть. Так, библиотеку меня пропустят попозже. Вот я что не понимаю. Я шел по этим... залом почти 4 часа, и она у меня все равно, видите, не зачеркнута. Ну, пожалуй, уже за 4 часа можно понять, что нельзя достигнуть края вечности. Но почему-то тень это так и не понял. Лицо сказала, путь к свету... Да, хорош ты, подожди. Путь к свету прегражден кромешной тьмой. Только тогда ты одолеешь ее, когда научишься сам становиться ей, так как она тебя не увидит. Но ты достигнешь это, если проникнешь глубоко-глубоко в собственный разум в состояние осознанного одиночества. А, так. Тут внизу есть кристаллы разных цветов. Возможно, я смогу их собрать и украсть ими свое жилище. Мне бы не помешал кровать. Возможно, я даже смог бы... Платить ее, будь у меня нужные материалы.
Ну хорошо, я в принципе не уверен, вроде бы мы ничего такого особого не пропускаем. Тем не менее, еще полно времени на серию, что можно поделать? Камушков, к сожалению, новых нет. Кристалл я, как вы понимаете, еще не собрал, но я еще соберу. Давайте проверим, можно ли это как-то вниз перетащить. Ну, в принципе, можно, да? То есть, что-то мы здесь сможем замутить. Но все равно ключевые вещи, они остаются на местах. Кстати, если что, можно еще песочные часы подвигать. Не знаю, кому это может пригодиться, но это возможно. Так, у меня есть кирка. И куда я хочу? Я даже не знаю. Ну давайте что, давайте начнем двигаться вверх. Мне надо найти место, где можно натырить грибов для нашей фермы. Насколько я понимаю, мы будем так это таскать. Во-вторых, ну я сейчас буду двигаться к карте. И, наверное, выйдем тогда уже во внешний мир, посмотрим, что творится во внешнем мире. Итак, дорогие друзья, ну я решил сделать небольшую остановку по пути. Во-первых, сохранить себе место с картой. Все-таки надо как-то дополнять наш навигатор местами интереса. А во-вторых, посмотреть, не упустил ли я чего-либо. Ну, вообще, вроде бы нет. Но все-таки мы посмотрим тогда вверха и составим себе какой-нибудь план движения, план действий. Что-то такого плана. Как бы это странно ни звучало. Я не думаю, что нам придется откапывать себе вот какие-то переходы. Хотя вот тут вполне возможно. Но чаще это всего лишь переходы. Так, вот тут мы выходим. Вот тут мы, скорее всего, появимся. Можно двинуться влево, вправо, наверх. Но сначала вот этот кусок посмотрим, потом какие-то другие направления, потому что у меня тогда получается только вот сюда вверх будет путь. Хотя, возможно, вот здесь какой-то вот такой вот спуск будет, тоже что-то вот такое, потому что вот это место очень похоже, что имеет какой-то переход. Говорящая голова. Но у меня есть рядом чекпоинт, хотя надо будет его переписать вот на эту голову. Здесь через 2 недельки у нас заполнится водичкой, и мы сможем наконец-то попасть в библиотеку, насобирать много-много книг. И, кстати, книги у нас еще с вами остаются про запас, если необходимо будет по-быстрому мотануть время. Я пока не все кристаллы собрал. Так, тут что-то, кажется, есть. Далеко идти проверять, на самом деле. Там двери быть не должно. И вот тут, кажется, что-то есть. Блин, хоть и проверяй. Иди и проверяй. А что это за двери? Здесь, в принципе, заблудиться негде. Есть ответвление и все. Знаете что? Пойду-ка я вот эти 2 места посмотрю. Вот здесь и здесь по-быстрому пойду посмотрю. Потому что, ну, на самом деле это не так далеко, как может показаться. Во-вторых, мне все-таки интересно. Мне снился колодец. А когда он тебе снился? Ты же толком-то не спал. Вот смотри. Вот. И кажется, вот. Да? Там что-то есть. Пошли, посмотрим. Интересно же. Меня же не глючит.
Хотя там ничего не было. Интересно. Ну, как бы, да, друзья, скорее всего, в следующий раз мы все-таки пойдем из дома. Тут уже сделаем такую ворк-серию, да, до конца организуем, что мы можем организовать. Я кристаллы еще пока не ходил, не вырубал. Но это не проблема. Это я схожу. А это что-то любопытное. Там действительно не было двери. Сейчас дойду, а ее не будет. Просто потому, что я долго иду. Да, чё, в легкую. Даже не удивлюсь. Топ сомневался. Может, надо ее тут караулить, и она проявляется? Но меня же не приглючило. И вас, наверное, тоже не приглючил. Там полноценная дверь была. Кажется. Я не уверен. Не совсем я улавливаю смысл ванной. Не, конечно, мыться периодически надо, и еще бы год не мыться. Но все-таки... Потому что она просто пока не работает, она не набралась, или ее надо вскипятить как-то. Найти какой-нибудь кристаллический кипятильник туда поместить. Но, скорее всего, она просто не набрана. Что-то для этого надо сделать, чтобы там вода побыстрее текла, или не знаю. Что-то натаскать и сделать полноценную ванну. Там ничего нельзя было делать. Вот если с кроватью, например, можно было, но там как бы место прям под кровать, там игра пишет об этом, ты ничего с этим сделать не можешь, то с ванной вот непонятно. Нет, ничего нет. Но меня же не могло приглючить. Так, я пошел к карте. Нужно посмотреть, изменилось ли там чего. Конечно нужно, нифига не понятно. Ребятушки, смотрите. Но ведь меня реально не глючит. Да? И здесь. И вот она, да? Может, это как-то связано со сливанием со тьмой? Не, ну это, ну вот же, да? Больше, наверное, нигде. То есть у библиотеки, здесь, в коридоре, на вот этих переходах на двух. Но мы шли вот так, мы все равно ее не видели. У библиотеки и вот здесь, да? Короче, здесь есть какая-то тайная комната. Здесь что за Гарри Поттер начался? Не, ну он чем-то похож, конечно, на Гарри Поттера, я не спорю, но все-таки. Вручай комнату. Странно. Очень странно. Короче, я думаю, или ванна как-то связана вот с этим местом, да?
либо одно из двух. Но двери там нет. Но она есть, но ее нет. Может, надо было прям подойти в это место, чтобы она проявилась как-то. Ну, типа мы не подошли, и ее не видно было. Хе. Я, мягко скажем, в растерянности. И здесь мы как бы тоже ходили. Я пока шел сюда, я тоже здесь никакой двери не видел. Может, мне надо как-то по-определенному выйти, но тоже вряд ли. Давайте я все-таки пойду проверю этот момент. Ну, потому что я могу. И не при каких-то условиях то там появляются входы, и входы в разные места. То есть... Смотри, нам говорили, что здесь полно секреток, которых, типа, можно побывать. Они начинают проявляться. Я так понимаю, они начинают проявляться, но проявляются не сразу, а при каких-то определенных условиях. Может, мне надо больше разочарований, может, мне надо больше... Больше разговаривать со стенами, больше сходить с ума. Чтобы это как-то работало. Я не уверен, но я там реально вижу дверь. Я же не сумасшедший. Видишь, говорят, дверь? Нет, она есть. Ага. Сейчас попробую зайти с другой стороны. Может, это действительно, ну, понимаешь, как бы игра про ждуна, да, надо прийти на то место, где она примерно есть, и посидеть, подождать ее на этом месте. Может, она проявится. И других каких-то вариантов я не вижу, чтобы... Ну, типа, я вот присмотрелся и заметил дверь, которую не заметил до этого. То есть я как бы, в принципе, по жизни в глаза долблюсь, но вот сейчас немножко напрягся, рассматривал стену и вдруг неожиданно увидел там двухметровую дверь. Ну, а я не знаю, как это еще объяснить. Я четко и отчетливо видел вот тут дверь. Прям вот тут, прям на этом месте. Не знаю, я какого-то подождать тут не вижу. Даже не знаю. Давай так. Я вот сейчас минутчик 5 постою. Если она появится, то мы на это дело посмотрим. Если нет, то тогда буду завершать это видео. Я не очень понимаю, как эта дверь. И что это за дверь вообще? И почему эта дверь? Ну что ж, дорогие зрители, в принципе... Я честно прождал минутчик 5. А в целом, что могу сказать? Это первый раз, когда мы в игре с вами сидим, не делая ничего. То есть мы с вами, конечно, выжидали, но мы выжидали, делая что-то. А когда мы ничего не делаем, у нашего персонажа довольно много анимаций для ничего не делания. Он какое-то время просто шаркает ногами, потом присаживается, начинает откровенно скучать. И, насколько я понимаю, в какой-то из моментов он заснет. Потому что когда я заходил в игру, я его частенько находил спящим. Дверь, как вы видите, не проявилась. Я не уверен вообще, была ли дверь, а был ли мальчик. Я вот что хочу сказать. Вот я пока сижу уже тут, всматриваясь в эти обои и в то, что вообще происходит. Не спи. Так вот.
мне кажется, что вот эта вот хрень похожа на большую голову рыбы-меч или что-то вроде того. Ну, сами посмотрите, вот глаз, да, нос такой вытянутый, куча зубов, такой вот оскал, как бы, типа, что... такая в прыжке. Ну вот, в общем, я что хочу сказать. Может быть, тут секретка в каком-то есть заходе вот в это все. Ну, то есть это как бы не пещера, хотя иллюзорно это похоже на пещеру. Ну, такое вот прям вот чувство, что ей можно в рот зайти и где-то может там эта дверь. Не уверен, короче. Но... Я не знаю, ребят, может быть, мы коллективно сходим с ума, вы мне там напишите, пожалуйста, видели ли вы эту дверь или меня приглючило. Я не уверен, но прям такое чувство, что есть места под это дело. Короче, не появляется никак, и, пожалуй, буду я на этом серию заканчивать. Я не знаю, сколько оно будет по времени, мы копали, мы ходили, опять мы с вами не выбрались из Творца, но обещаю, что... В следующей серии мы обязательно туда пойдем. Я сейчас пока пойду соберу кристаллы, соберу, что можно еще пособрать. Немножко займусь декором дома. На самом деле, совсем немножко, просто раскидаю эти кристаллы как-то логично по местам. И в следующей серии мы обязательно выдвинемся из дворца. Потому что, ну, уже пора, уже сколько можно тянуть кота за... Ну, сами понимаете, зачем. Поэтому... Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте ваши оценочки, рекомендуйте канал знакомым. И до следующих серий. Всем пока.